Возьмите меня. Возьмите. Щадите меня запасной. Возьмите. Я то, что вам нужно. Все, что вы видите, это ноги. Наша история создавалась веками. Она вдохновляет нас, учит мудрости и силе, а самое главное, открывает дорогу в будущее. И наша задача – сохранить и защитить историческую правду для наших детей. 1 июля – день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Наша страна, наша Конституция, наше решение. Приходите на общероссийское голосование и голосуйте за поправки в Конституцию. Вот я видела в интернете вашу фотографию, прямо скажем, в неглиже. Как вы это себе представляете? Как это депутат будущей Госдумы? Вы будете объяснять детям такую ситуацию? Я буду эту ситуацию объяснять не детям. Я забочусь как раз о нашем будущем. Наше будущее – это наши дети. Стратегия развития общества – это дети. Я голой не снималась. У меня была фотосессия в информационном журнале. И сейчас я, как жительница Екатеринбурга, я самостоятельная женщина, которая добилась всего сама. Вам нравится, как я выгляжу? Дело вкуса. Что значит? Вам нравится, как я выгляжу? Это нравится всей стране. Вам нравится, как выглядят мои подруги? Я поняла по всем мужчинам, что нравится, и по всем женщинам тоже. Они умеют за собой следить, и я умею за собой следить. Если я умею следить за собой, то я смогу следить, помогать следить и за городом, и за областью, и за страной. Тем не менее, я думаю, не секрет для вас, что соцсети очень активно подхватили ваши прошлые фотоснимки, фотосессии, ваше последнее участие в дебатах. Вот скажите, вы не пожалели о том, что принимаете участие в предварительном голосовании? Нет, ни на секунду не пожалела. Мне очень нравится активная политическая позиция моя. Мне нравятся дебаты, вообще вся политическая жизнь. И это мероприятие, которое организовала «Единая Россия», участником которого я являюсь. Вот ваш первый законопроект на посту депутата. Давайте пофантазируем, представим. Ну, вы знаете, я бы не стала так далеко заглядывать, хотя мне очень приятно, что вы меня считаете уже депутатом. Юлия Евгеньевна, последний вопрос. Все-таки позвольте вас следующее спросить. Вот говорят, политика – дело грязное, очень много компромата, очень много скандалов всегда. Вот опять же, как вы думаете, действительно стоит в нее идти, действительно стоит делать? А если стоит делать, то что именно конкретно? Ну, допустим, вы не забегаете вперед, да, вы, может быть, пока себя не представляете в кресле депутата Госдумы. Но, тем не менее, вот ваше личное желание, что изменить в первую очередь? Я считаю, что любое дело, грязным или чистым, делают люди. Так вот, я уверена, что какую-то часть политическую я облагорожу. Не так давно звезда уральских пельменей Юлия Михалкова покинула проект, благодаря которому стала известной на всю страну. Теперь актриса готовится к участию в новых программах и телешоу, а тем временем удивляет поклонников своими планами и неожиданными решениями. К примеру, зимой женщина отправилась на несколько месяцев в долгожданный отпуск. На время, пока она была в поездке, ее аккаунтом в социальных сетях заведовали помощники, из-за чего поклонники решили, что юмористка больше не будет лично вести свой блог. Однако после Юлия Михалкова призналась, что больше не будет так делать, поскольку очень соскучилась по общению с фанатами. А теперь она и вовсе заявила, что переехала жить в Соединенные Штаты. Мало того, в Америке бывшая участница «Уральских пельменей» не просто отдыхает и готовится к новым проектам, но и занимается написанием своей книги. Мы – многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро
и справедливость. Возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации.